Так, что там наши детки делают? Смотри, он там кики вылазил и себе туннель сделал. Вроде ночью было тихо. Угу. Не надо, Ксюша, у него Почему? Достаточно. Он спрятал да, он еду. Спрятал где-то. Он спрятал еду. Мальчик, мы проснулись в 7 часов утра. Кстати, у нас перевели время на час вперед. Теперь у нас с Москвой час разница. Вот, я сейчас проснулась, смотрю на часы. Вижу 7:30. Думаю, не поняла, почему 7:30, если я должна была в 8 встать. А оказывается, часы на час перевели. Так что мы встали раньше на час. По идее, сейчас только 7:30. Мы сейчас поедем. Сейчас я еще не готова. Но я имею в виду, мы сегодня поедем погуляем. Бонечка, ты одна остаешься, зайка. Ты одна остаешься. Давай подушку зачем? Ты спать будешь? Ну, конечно. Нам ехать 2 часа 23 минуты. Ну, в общем, 2,5 часа. Если мы будем останавливаться, то 2,5 часа. Бонька осталась дома. Бонни с собой не берем, потому что мы едем далеко. И если вдруг нас остановят, да, на проверку или еще что-то, потому что... А, телефон упал, потому что мы едем в другой город. Если нас остановят, то без клетки, без специальной клетки собаку возить нельзя. Поэтому... Это мы здесь можем поблизости с ней куда-нибудь поехать, но не так далеко. Поэтому мы рисковать не будем. А то нам выпишут штраф. Макс тоже подушку взял? А, Макс игрушку взял? Ты нет? Подушки. Подушки. Понятно. А у меня нету подушки. Сегодня хорошая погода. Надеюсь, не испортится. Заправку. Папа что-то хочет купить. Это заправка. Посмотри сзади. Да, не похоже на заправку. Похоже на какой-то торговый центр. Так, сегодня мы едем. В какой город мы едем, знаете? Лукарно. Это рядом с Лугано. Так, что там папа купил? Булочки. Кто булочки хочет? Хлебушек с чем? Ну, все. Кофе. Салами. Кофе это хорошо. Два кофе это еще лучше. А три кофе это еще? Нет, три кофе нету. Ну, пожалуйста. Это вам чай. Чипсы это мне. Нет, мне. Спасибо. Нет, мне. Мне. Нет, мне. Ладно. Где-то минут 25. На улице сейчас 13 градусов тепла. Так что мы скоро доедем уже. Здесь уже все цветет, посмотрите. Уже все зеленые цветочки. Потому что здесь тепло. Все там проснулись? Что такое? Кто-то включил мне сиденье. Я думаю, что у меня попа горит. У меня аж на тройку здесь. Включился подогрев. Я думаю, что-то у меня зад горит. Кто-то поспал, отдохнул у нас. Все, мы уже припарковались, идем. Вон там река. Немножко пройдем. Пойдем купаться, мам. А? Пойдем купаться. Покупаться? Я бы с удовольствием, но холодно сейчас. Идем. Какая водичка. Вот отсюда, я не знаю, если вам через камеру видно, это просто чудо. Какая она чистая и прозрачная. Так, здесь у нас мостик. Вот. Как будто ее покрасили. Head underwater, falling back into you. I thought we'd be smarter. I got nothing left to lose. You said you'd fall with me. No matter how far it goes, not deep in under. We're stuck in this pattern, but I need you close, all I ever want. Это что за бабушка у нас тут? Бабочка. Мама, она мечется. Бабуля. Беги, бабулька. Пойдемте дальше.
такой домик. Смотрите, как он сделан из камушков. Это вам не кирпичики ровные, это камушки. Еще построить так ровно. Посмотрим, какой вид. Мамочка, солнышко зайти. Да, солнышко сейчас будет прятаться, потому что облака летят. Пойдемте. Нужно успеть. А водичка холодная, между прочим. Ледяная. Лягушки. Я говорю, давай с собой возьмем. Дома лягушки будет. Мы уже пытались один раз. Да. Сейчас в другое место. Чего? Сейчас заедем еще в одно место. Здесь нет Макдональдса, Ксюша. Да, ой, Каролина. Да. Загорела? Это хорошо. Но. Макдональдс здесь нет. Мы в горах находимся. Какой тебе Макдональдс? Так, сейчас у нас время 2:25. Да, нам говорим. Нужно успеть до 5, в 5 часов домой. Маргарита тут машет всем встречным машинам и мотоциклистам. А я никому не могу привет сказать. И мотоциклисты ей в ответ отвечают, машут ручкой. Что это такое за... У меня, я тебе... Маргарита, отдай панамку ребенку. Марго. Маргарита, пойдемте. Катрави авто де Кати? Что ты делаешь? А что, на школу? Сними, а что, на школу? Мама, а что, если бы она там осталась? А если бы она повисла, то вообще было бы... Пойдемте в городок, а потом куда-то падает. Это попали. Точно, закинь. Максим! Даня, куда? Пошлите. Маргарита, ты как бабулька. Она ехала. Аленка, Аленка. Это Аленка. Аленка. Шоколадная девчонка. Нельзя. Муслим. Беги, Аленка. Беги, Аленка, беги. Я прям... Маргарита. О, боже мой. Так, так, ну-ка, что там? Макс, сейчас намокнешь. На тебя так все смотрят, Маргарита. Так, вот он, старый городок. Мы хотим дойти до водопада. Здесь какой-то красивый водопад. Ксюша устала. Ксюш, ты позагорать легла? Маргарита, не трогай. Марго, сейчас встанет терминатор, ты чё? Сейчас терминатор будет восстание. Почему там не ханыкла? Она тебя не трогала. Мам, почему? Можно там вниз туда? Снежок здесь еще лежит. А, здесь какой-то домик с дровами. Вон там подснежников сколько много. Подснежники. Можно с ним? Ну, один сорви. Их тут много. Их можно кушать? Ксюш, попробуй. Так, что-то мы это к сугробам прям пришли. Осторожно все. Все в летней обуви. Кольска? Ой! Мы уже дошли, вон там видно водопад. Сейчас пройдем эти сугробы. Каролина, осторожно. С краю иди. Сейчас утонешь там. Все, уже слышим шум. Шум водопада. А здесь уже прохладно, солнышко. За гору спряталось и какой-то снег непонятно розовый почему-то. Смотри, кто
что-то нарисовала. Розовый снег. Раю? Горит. А, ну да. Все, утонула Маргарита. Мама, мне весь снег. Сегодня два, он сам пришел. Мама, мне носки мадрил. Я сдалека иду, смотрю, думаю, что за бабка с палкой идет. Это Маргарита. Мам, я, смотри, как я хожу. Как папа ходит. Я не пойму, почему снег розовый? Это краска чем-то розовый. Спрей какой-то. Вау. Мостик там еще есть. Нет, краска. Нет, уже. Тут прям холодно, тут ветер такой холодный. Дует ветер. Носки снять, они у меня мокрые. Сними, конечно. Каролина пристегнулась? Да. Все, поехали. Макс у нас там поехал в другой машине со своим другом. Снова. Все, едем домой. Нагулялись. Девчонки выспались, поспали. Мы приехали покушать. Голодные все. Кепо. Чикен наггет. Я не хочу ни картошку в ни гамбургер, ничего. Я хочу салат. Выходить не будете? Нет? Прохладно? Здесь сидят деловые такие. Ну, давайте, кушайте. Приятного аппетита. Спасибо. Свистну у вас картошечку. У них тут столики есть, ему удобно, конечно. Со столиками. Приятного аппетита. Спасибо. Так, я сейчас взяла салатик. Салат, салат. Сейчас буду делать салат. Нужно добавить сухарики и соус. На. Все, поели? Давайте, поехали домой. Jesus Christ! Наелись? Девчонки. Нет, да. Я только покушала, попила фраппе и больше ничего. Так ты сама заказала фраппе, а этот хэппи мил съели? Да. Ну все. Но это мало было. Так, все, мы приехали. Уже 9 часов, сейчас быстренько чистим зубки, переодеваемся и ложимся спать. Бонни! Написала нигде, здесь все, все, это чисто. Она не сходила в туалет, что ли? Да. Все сухое. Нигде она не написала. Это кто там? Кто там визит к ней? Она терпела, представьте себе. Не сходила за весь день. Ты моя хорошая девочка. Бонни! Папа, папа, где папа? Мама! Мама, ты написала? Я маленькая, да? Да? Вот. Представители, я... Вернулись, сказали, верну хомяки. Сейчас посмотрим, что там с хомяками. Хомячки наши, хомячки. Свет включить надо? Вонь, ты тут... Вон он там был. Она его испугала. О, они. Он уже вышел. Вон он там. Вот хомяки наши. Вот. Второй сидит, кушает. Мама. Кики, смотри. Кто там, Кики? Мама. На, подержи Кики. Нет, он еще пока, его еще не надо. Но не вот так вот только, через стеклышко. Девчонки готовятся к школе. Завтра мы сходили в душ, помылись, голову помыли. Быстренько давай сушиться и спать. Время, потому что уже почти 10. Ребят, мы будем собираться спать, потому что время уже 10 часов. Дети, вы что? Макс, спать! Девчонки, уже 10 часов, между прочим. Всем пока. Спокойной ночи. Сиди там.